команды с гордостью на поле выходили. Гимны звучали обоих государств. Футбол играют Россия, Сан-Марино. Болельщики свои места занят. Был дан свисток, и вот нас щербанули. Кричат трибуны, все болеют за своих. Болельщики России громко полыхнули. А я болел сильнее остальных. Российская команда мяч не отпускает. Мячом овладеваем, то и дело мы. Вот Головин гол первый забивает. Потом и Дзюба гол штрафной забил. Отборный тур, нам надо постараться. И вот еще забиты два гола, 4-0. Не стоит расслабляться, хотя победа в нашу пользу приплыла. Мы забивали, а трибуны ликовали. Вратарю Сан-Марино пропускал голы. Сопернику мы отдышаться не давали. А я уже вкушал победные мечты. Все походило на какую-то разминку. Игра как будто тренировкою была. Черчесов Станислав, он не скрывал улыбки, когда команда в наступлении пошла. Россия сборная наглядно показала, как можем мы играть и можем забивать. Очередной раз абсолютно доказала, что мы, болельщики, смогли их поддержать. Вратарю Сан-Марино в бешенстве психует, и нервы вратаря предельные уже. Российские трибуны с радостью ликуют последние минуты в пройденной игре. Мы на сухую Сан-Марино разгромили с хорошим счетом. Показатель 9-0. Такого шанса мы в игре не упустили. Не смог соперник нам, однако сделали бой. Спасибо за футбол российский всей команде. Мы от лица России вас благодарим. Играть в дальнейшем также продолжайте, чтоб наш футбол реальным стал, совсем другим.